В этом году этой чести удостоились люди, которым курорт обязан успешным проведением зимней Олимпиады, новым имиджем и статусом. Это вице-премьер Дмитрий Казак и президент оргкомитета Сочи-2014 Дмитрий Чернышенко. Благодаря их работе в Сочи радикально поменялось городское хозяйство, улучшилась инфраструктура, появились уникальные спортивные объекты. Будучи председателем наблюдательного совета государственной корпорации по строительству олимпийских арен и развитию Сочи как горно-климатического курорта, Дмитрий Казак курировал все направления – от строительства дорог до создания безбарьерной среды. Успешное проведение игр и создание, по сути, нового города – заслуга Дмитрия Чернышенко. Президент оргкомитета уделял и большое внимание сфере гостеприимства, которая теперь является золотым наследием курорта международного уровня. Особые слова благодарности прежде всего Дмитрию Николаевичу Казаку. Вы знаете, его энергии, огромной трудоспособности, умение принимать самые неординарные, сложнейшие решения, я думаю, что позавидуют многие политики. И я думаю, что только этот человек был способен, в общем-то, взять на себя всю полноту ответственности. И, Дмитрий Николаевич, вы знаете, мы очень ценим, мы несказанно благодарны вам за эти будни, за эти рабочие дни, непростые. Все это стало возможным благодаря слаженной работе большой команды. Команды нашей страны, процветающего Краснодарского края и жителей нашего города. За многолетний труд на благо города и профессионализм нагрудным знаком награждены специалисты в области образования, журналисты, инженеры, строители, работники культуры и представители других отраслей.